Привет, друзья! 20 октября в 16 часов на третьем километре автодороги Симферополь-Севастополь, Каштановое, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2121, двигаясь со стороны села Константиновка в сторону Симферополя, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ, который двигался во встречном направлении. От удара грузовик опрокинулся. В результате ДТП пострадали оба водителя и 17-летний пассажир автомобиля ВАЗ